Прием, прием. Здорово всем, с вами Михаил Хёрдс. Игра просит контроллер, мы ей дадим его. Это, короче, еще какая-то демка. Я тут накачал штук 5 или 6 или 7 или 8. Я, честно говоря, плохо в числах. Русский язык есть, ничего себе. Так, это выглядит неплохо. Очень ультранастройка у нас. Давайте сохраним наш текущий настрой. Начнем новую игру. Солдат, контрабандист. Ловкий, проворный контрабандист. Ну, блин, не знаю, выживший. Это кто с дубинкой? Слушайте, ну... Давайте будем выжившим просто. Давай, Сигер 5, пофиг вообще, как нас зовут. Это изометрия, и вроде как похожая на No Rest for the Wicked, или даже лучше. Управление как в Dark Souls. Изучаем быстрая атака, хорошо. Слушайте, пока что очень многообещающе. Без шуток. О, фига себе, как стрелять? РБ. Необычно, но окей. Я в милишке буду драться. Порог, они не ломают ли? Ну тупо как Dark Souls, ребята. Ну тупо балдеж. Патроны. Ага, вон патроны вижу. Не так, кнопка нечаянно произошла. Беспроводное перемещение. Побег. Хорошо. Стамина тратится, стамина тратится. Отстой. Вроде френдли. Милиция говорит, смотри, как его пронесла нелегкая. Как выжившая жертва крушения, ты не выглядишь, а не для выжившей у тебя слишком нормальный вид. Стало быть, ты из наших. Отлично, ты охотников, попавших в святой, уже совсем не осталось. Все. Знакомство, тогда бесплатный свет. Поменьше разгуляй по ночам, говорит. Хорошо. Ну, что-то она какая-то сомнительная вещь нам рассказывает. Ничего интересного. Блокировать ЛБ. Хорошо. Очевидно, сейчас будут первые противники. The first enemies. Алло. Опустись, молодой. Слушай, ну даже я абсолютно не ощущаю, как бы, что я что-то урон нанес, но импакт, по-моему, колоссальный от пушки по латушке. И выглядит прям неплохо, без шуток. Дешевенько, бюджетненько, сомнительно, стрёмненько, но как же, типа, стильно. Если честно, мне даже кажется, что он Rest for the Wicked какую-то, не знаю, что ли, планку новую задал. Получилось. Вот так попустим молодого. Проверим, как это работает. Уважаемый, работает. Даже перезарядка не потребовалась. Чем можно, ягоду. Как это? Ага, действительно, наносит какой-то урон. Прикольно. Ля, да ты что такую атаку невероятную сделал, братан? РТ делает атаку? РТ тоже делает атаку? Гига-атаку. Упустил молодого. Ладно, дело сделано. Пока что нравится, пока что очень даже неплохо. Что пишут? Идите сюда, весь эта земля проротится и... Сечь бы ему насквозь. Так, хочу камеры вывертеть. Электрограната. Электрограната. Наносит электроурон. Потертый журнал. Опять скрипит потертое щедло. Тут друг мне предложил одну забаву. Давай подушку жахнем, говорит. Раз про фурсетки нам не по карману. Ну, простите, не удержался. Так, молодого попустили. Это что такое? Обыскать. Ингибитор ранения. Ну это очевидно хилка. Ну на треугольник я могу что-то лечить, исцеляться, осуществлять действия целительного характера. Могу сюда залезть. Использовать расходами предмет. Накладка запись. Ой, камон, ну очевидно не могу пройти, да? Ну смог, смог. Потому что клевый парень. Ой-ой, мужик, ты же попустишься скорее всего. Ну вот и все, и ради чего это было, дружище. Блин, прикольно. И вот опять же, если в лоб, лоб сравнивать две игры, No Rest for the Wicked и вот эту игру, ну там сразу игра фони, и прям вид как-то имеет, а здесь ну такое. Ой-ой, это не тот дверь. Интересно, ну, наверное, согрелись на меня. Да, все, меня теперь помнят. Как злостного неплательщика. Ща попущу молодых, пока не поздно. Ни хрена урона нанесли что-то. А я его шипом побил. Треугольничек, давайте хилку осуществим. Захаваем. Мне кажется, нам туда, потому что там тоже много всего. Есть какие-нибудь карты интересного приколдесного? Да, карты есть. Ошалеть, как только задвигать вот так. Карты нет, потому что, очевидно, я ее не нашел. Опа, мастер перекатов. Опа. Блин, а здесь еще сложнее, чем там. Пойду тогда пока отсюда нафиг. Чуть не зря на двоих сразу быканул.
Урон от падений и есть. О, попущенец осуществился. Давай сюда, братишка, слазь. А я тебе подготовлю апля. Ух, по горбу. На тебе, пес позорный, что ты можешь? Хорошо, дело сделано. Знаете, здесь, короче, типа очередь атак есть, по всей видимости. Не то, чтобы это мне сильно... Ой-ой-ой, как же он... Ну, конечно, не идеальное тут управление, что я говорю, там, или что-то. Может, реально стволом стрелять? Потому что, смотри, я могу прям так весьма эффективно настреливать. Бим-бим, очень мало урона наносит. Тихо-тихо, я же вам не ведьмак, чтобы против меня вилами орудовать. Вот уже и с хилками беда, борода, на самом деле. Не хватит, наверное, убить. Аккурат хватило. Ой, это была не хилка. Вот это хилка. Вот так вот. Дорожничать надо, потому что что-то... Ого. Ой-ой-ой. Дружище, ты что-то опасный. Топорист знаменитый. А ну брось, дружище, с тобой могли быть друзьями. Я бы рассказал тебе, как в Dark Souls играть. Но ты предпочел бы кануть на чемпиона Владоса. Зачем оно тебе надо было? Мир обновлен. Так, я могу идти дальше. Слушайте, ну выглядит так, что... Это чекпоинт или нет? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, слушайте, тут так много всего интересного. Блин, а мне прям нравится эта игра. Прямо очень-очень нравится. Не зря демка проглянулась, не зря. Не зря. Пойду, наверное, назад схожу. Э, дядька, ты чё? Застрял, что ли, молодой? Можно этого дуралея выбить? Так и с разбега нет. Может, я его скину? Давай-давай, еще одна. Ой. Отлично. Ну, тупо посчитал, рассчитал. Тупо гений статистики, логистики и анальной эквилибристики. Вот это место выглядит очень странно. Может, я постелся, чем сейчас? Так, 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 никто не видит. Увидели. Очень неудачно. Так, да, здесь, оказывается, был тупик. О, еще хп такой. Ща, беру ствол. Ну, да что ж такое? Ну, красиво. Ага, здесь можно лазить. Полазить. Это у нас эмиттер устройства. ЛТ. Что делает? Что-то делает. Непонятно абсолютно, что он делает. Не понимаю. О, подожди, что-то сделал. А, я нажимаю, потом отпускаю. Ни хрена себе. Эта штука попахает по области. Я энергию расходовал. Думал, сюда смогу залезть. А, тут проход, отлично. Не обратил внимания. Мелкий осколок, очевидно, для улучшения чего-то, кого-то, где-то, как-то, куда-то. Ну и, по всей видимости, из вариантов только сюда идти вниз. Предпочту воспользоваться лестницей, чтобы не получить урон. Прикольно, сундук, игра всего один раз из-за сундука полагала. А все остальные разы нормально работают. О, это мужчина мощный. Я его сейчас на пике точеные скину. И буду таков. Хорошо. Так, ну я, наверное, спрячусь. Мне просто очень сильно щека зачесалась. Ой-ой-ой. Ну и давайте, как мужчина, выбегаем с двух ног ему. Та, ща. Блин, немножко укололся, но бывает. Куст терновый очень опасный. Какой-то мультик был раньше про терновый курс в детстве с собакой какой-то. Мне он очень понравился. Не надо. Вот так, сразу домой. Что он там делал, непонятно, столько времени. А расслаблялся, по всей видимости. Блин, я хотел по стелсу. Как стелс-то осуществить? Может, я смогу? Не успел, обосрался опять. Да что ж такое? Что же за жизнь-то? Ой-ой, и что делать с этим молодым мужчиной? Невер... О, ля-ля, я знаю, как тебя победить, дружище. Иди сюда. Вот так вот. Ой. Юстон, у нас проблемы все. А ему как-то похрену на это все. Надо было 100% просто драться, да и все. Ну, не идеально. Давайте посмотрим, как у нас можно излечиться. А, неуязвимости. Тогда отстой. Тогда хилок нету, тогда мы в дерьме. Как говорил месье Жибер. Надо читать, что это дает, да? Блин, а нифига себе тут всего, ребята, хочу отметить. Сталкивает цель в области действия. Вращающийся катар влюбает цель. Блин, а выглядит-то не дурно вообще. МБПшку-колотушку улучшить было бы эффективнее.
очень круто, что он с каждой атакой подступает. Прям 10 из 10. А слушайте, я еще мог по тому месту ходить же. Я вернулся в начало. В итоге мы пришли сюда. Нам бы чекпоинт какой-нибудь заиметь. Это пока имеют только меня. Метеорит чекпоинт? Да. О, бра. И это был ожидаемо. Блин, так хочется в No Rest for the Wicked поиграть. Вы даже не представляете. Вот без шуток. Я прям в восторге от той игры. Единственное, она очень сильно плохо работала. Хотелось бы, чтобы она работала хорошо. Блин, здесь уже сложности могут быть. Знаете ли. Ни хрена, дядя наш трюкал меня. Так, подожди, ну тут не зря чекпоинт дали. Может, я его бахну этой штукой? Пошел отсюда, пес позорный. Братан, ну ты один. Подружки теперь у тебя нет, которая тебе может помочь. Попустил. Ну, две силки, конечно, это стоило. Можно было сделать гораздо более безопасно, но как смог. Чешо, мистер босс, пастух. Не, не, может, столкну его? Нельзя. А ну, посибилите. Опа. Да, красные невероятные атаки. Он корень, коренья. Лечиться, исцелиться, осуществить лечение, вылечение. У меня ужасно долго персонаж бьет, ужасно долго бьет, просто экстра долго. Сейчас мы посмотрим его атаки, выучим его паттерн, заучим петушка и получим по щам. Блин, не достаю, он меня переигрывает. Ничего, сейчас победим. Настоящая битва с боссом, это всегда интересно. Вот так. Не получилось. Так, давайте попробуем поставить Крио луч. Возможно, нам поможет сейчас. Так, подожди, игра. Я не договорила. А, это свапать можно. Подожди, а как? А вот так. Слушай, может мы гранат? Ну давай пока так попробуем, ну по-честному, по-мужски. А если не получится, то мы уже всякие гранатульки будем использовать. Опа, лутаем лут. Как это работает? Ого, ни хрена себе. Ого, так это же тотем. Тупо тотемщиком можно быть, ему как-то похрену особо. Я тоже замедлился? Кек, я тоже замедлился. Вот это, конечно, сомнительное решение, дамы и господа. На мой взгляд, это... Ну, это круто, дополнительные штуки, приколюхи. Получается, я могу оставить и танцевать там как-то рядом с боссом, по сути. Блин, какие ж куски они отрывают. Да, его немножко дамажит. Интересно, как долго он будет делать эту штуку? Обжигаться. До меня успевает докрутиться. По-моему, это не так. Слушай, босс очень сложный, без шуток. Вообще не могу привыкнуть к нему. Я ему нормальные куски отрываю, только что урон наносить не могу. Может, она всегда заморозится? Он не попадет, а он попал. Ах, псина. У него 18 тысяч миллионов миллиардов атак. Хорошо, заморозка это в принципе выход. Это в принципе выход. И это действительно нам может помочь его одолеть. Еще раз 20, 30, 40, 50, 60, и мы победим. Верьте мне. Оп, на перекатиче. Повезло. Как же повезло Владосу, что он не сгорел нахрен. Я просто обходить его могу. Неэффективно. Горение получил, ошалеть, ошалеть. Ну давай пытаться. Ну вот как он попадает жопой? Знаменитый эсовый варяр. Да ты смотри какой судак. Да опять попал, да что ж ты за петушила-то такая? Похоже, ему пофигу на обледенение стало. Давай, по горбу. Нио, собака. Нио, снимай трусы, мистер босс. Давай, замедло. Еще одно.
но тут уже мой косяк, тут я не успел чуть-чуть. Походу застрял. Эй, попустил. Ну что, мистер босс, думал, Ладоса не сможет победить. Ладоса не таких побеждал. Устреляй, дядя, пей. Сколько тысяч душ? Нормально так, уважаемый, тысяч душ дали. Вопрос, мы идем дальше или мы идем сохраняться, возвращаться? О, могу открыть ворота. И могу сюда открыть ворота. Все ворота мне подвластны к открытию. Я же хочу чекапоинт. То еще куда-то можем пойти дальше. Слушайте, экстра балдежный проект, без шуток. Вот это прям пушечка. Прям три дня такого не видел. И когда увидел, у меня щишка задымилась. Я не могу. Могу. Очень сложные геодаты здесь. Без пол-литра не разобраться. А это что за путь? Просто награда для Владоса? Ой-ой-ой, мистер Глефа. А ну-ка, насколько вы мощны? Урона поболе, но силы поменьше. Слушайте, давайте, чтобы не быть сильно испуганным, вернемся, сохранимся, и всем будет хорошо. Слушай, а что-то не сильно эффективно. Да, она быстрее машет, но нету станлока. Странно, конечно, почему мы у метеоритов отдыхаем. Это для меня немножечко загадка. Как же тяжело тут все сохранить. Сломался молодой. Ай, дядя. Тут что-то лочит. Либо он так просто с этой глефой огромной ходит. Ну, это его выбор, не будем его осуждать, я думаю. Хорошо, что хоть босс не восстановился. Было бы совсем неловко. Уии. Только бы демка не заканчивалась. Вроде бы нет. Профессор Деррио. Давно тут не появилось никого нового. Впрочем, дни и ночи сменяются все быстрее. Мой хронометр не исправен, поэтому мне трудно судить о времени. Говорит, если ищете место для лагеря, то это база единственный островок безопасности на многие километры вокруг разлома. О-ля-ля, активная работа. Ну блин, да, значит закончилось. Кто-то представился, простите, подожди, блин, игра. Ну чё ж там мне окно открыло второе? Усталость, нервное напряжение. Профессор Деррио, руковожу экспедиции, понятно. Поговорить, это та девка, женщина, с которой мы тут были. Ладно, демка закончилась, говорят. Можно перемещаться между этими. База искателей. Блин, мне чем-то Ремнант напоминает. Мне реально это чем-то Ремнант напоминает. Слушай, подожди, или это все-таки не закончилось? Можно улучшить что-то, хорошо. Что это? О, журнал, очевидно, это лор, ну, камон. Кому нужен лор, когда можно не пользоваться лором? Ну, согласитесь. Может, где-то можно карту было заиметь. Но пока что... О, вот это выглядит необычным. Усилить морфоз, ослабить морфоз. Без понятия, что это. Денег пока нет. 5000 там что-то стоит. Это просто нифига себе. Направлен в сторону разлома. Известного назначения. Понятно. А, вот это артиллерийское орудие. Урон же нанесется... Ну, живцы орела, больше нам не надо. А, все, демка кончилась, да? Очевидно же, вот сюда можно пройти. Ну, просто глупый стример ваш. А, нет, нельзя. Слушайте, ну я думаю, что демка закончилась. Честно. Так что, мне понравилось. Буду рад читать ваши комментарии. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья. Играйте хорошие игры. Всем добра и удачи. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Честно скажу, что контента там почти нет, но вдруг кто-то хочет поддержать меня, так как сейчас это лучший вариант с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Ну и также выражаю просто внеземную благодарность всем, кто уже поддерживает. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья и играйте, пожалуйста, в хорошие игры. Всем добра!